Есть посвящение в студента, а вот посвящение в хоккеиста – это что-то новое. Малыши шестилеток из осеннего набора хоккейной школы «Авангард» решили познакомить с легендами омского хоккея прошлых лет. Они, эти пацаны, вряд ли знают, кто такие дядя Граф и дядя Голубятников, но я-то помню, мой интерес к хоккею около 40 лет назад начинался как раз со знакомства с тройкой 3Г – Горбунов, Граф, Голубятников. Рекорд Алексея Голубятникова – 262 шайбы, заброшенные за «Авангард». Это я тоже на зубок выучил в юности. И вот теперь ветеранам вручают подарки шестилетки. С них должны звездочки вырасти. При таких условиях. Великолепных. Во дворце поле отличное, зал. У нас таких условий не было. В пакетах майки, шарфы и самое важное. Говорят, там есть абонементы на хоккей. Да, безусловно. Это самое главное. Потому что мы без ветеранов сегодня, наверное, не сможем поддержать наши профессиональные хоккейные команды на том должном уровне, как должны это сделать. Всего абонементы на домашние матчи «Авангарда» в сезоне 2013-2014 получили 52 ветерана омского хоккея. После таких подарков перспективы родной команды, застрявшей в самом низу турнирной таблицы, как-то сразу осветились светом сдержанного оптимизма. Будем надеяться. В пульку должны попасть. Видите, вы по-старому говорите, в пульку. Плей-офф. Плей-офф. Ну, плей-офф, да. Должны попасть. Андрей Блохин, Андрей Кузьмин, Антон Асеев.